Итак, всем привет, и здесь у нас рабочие Xiaomi Mi Max 2 впервые показали на реальной фотографии. Прошлогодний Xiaomi Mi Mix стал настоящей сенсацией. Компания Xiaomi впервые вывела на массовый рынок практически полностью бездрамочный смартфон. С начала этого года в сети начали появляться слухи о его наследнике, который должен получить еще более необычный дизайн. Недавно Филипп Старк, французский промышленный дизайнер и создатель оригинального Mi Mix, опубликовал в сети видео с демонстрацией концепта Mi Mix второго поколения. На нем видно, что смартфон практически полностью лишается рамок вокруг дисплея. Теперь же появилась первая реальная фотография рабочего Mi Mix 2. Смартфон на фотографии действительно имеет тонкие рамки вокруг дисплея. Правда, как это обычно бывает в реальности, он все же отличается от того, что мы видели на рендерах. Особенно это касается толщины этих самых рамок. Также в социальной сети Weibo была опубликована фотография, где демонстрируется некий объект с надписью Mix 2. Источник сообщает, что это съемки рекламного ролика нового смартфона. Участившиеся утечки могут свидетельствовать о скором анонсе устройства. По слухам, Xiaomi может представить Mi Mix 2 уже в сентябре. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!